Всем привет! Сегодня для вас расклад, о чем он не осмелится никогда вам рассказать. Исповедь мужчины самому себе. Ну или исповедь загаданного вами человека. Да? Если смотрят мужчины, вы переворачиваете расклад на себя. Исповедь самому себе загаданного вами человека. Итак, о чем он вам никогда не расскажет? Угу. Он никогда не признается, что у него проблемы с деньгами. Никогда. Такой человек принципиальный, потому что он должен быть всегда на высоте. Он из тех амбициозных мужчин, которые любят демонстрировать успех, показывать женщине, что он надежный, что он стабильный, что он может ей многое дать, да, что он всегда на троне, несмотря ни на что. Хотя по девятке мечей я бы не сказала, что он на троне. Там реально есть какие-то проблемы финансового плана, с работой, с бизнесом, с деньгами. Есть какие-то вопросы, вот, но вам до конца человек никогда об этом не расскажет. Он никогда не расскажет вам о проблеме как с людьми, вот в каком-то партнерском союзе, противостояние какой-то конфликт, ситуация. Смотрите, здесь ситуация напряженная, вот нервная для него, да. Много она ресурсов у него отняла. Энергетических, много принесла волнений, тревог из-за партнерских отношений. Опять-таки касается работы, денег, бизнеса с кем-то, либо конфликт был, либо какая-то нездоровая конкуренция, нечестная конкуренция. И он вынужден был защищать свои позиции. Вот об этом не расскажет человек. Он никогда вам не покажет, что над ним стоит некая женщина, что он зависим от нее. Я не знаю, кто это, мать, какая-то родственница, кто там еще же, какая женщина там в его жизни есть, я думаю, что вы поймете. Эта женщина открыла для него какое-то что-то новое, да, вот дала ему возможность пойти в какое-то новое начало. Но это новое начало возложило на него какие-то обязательства, какую-то гиперответственность. А он не смог ей противостоять. Ну вот у нас женщины такие есть, влиятельные, сильные. Я не знаю, тут вот такая женщина идет. И почему-то мужчины наши часто оказываются слабы перед такими женщинами. Вопрос денежный опять-таки с этой женщиной. Я не знаю кто, но она его подавляет какой-то финансовой ситуацией. Как будто держит на крючке все время. Чтобы он никуда там не отплыл. Вот так. Он никогда не признается вам, что он зависим от этой женщины. Но я скажу так, если эта женщина его позовет, поманит, скажет, что вот так должно быть, ты должен это сделать, ты должен там что-то мне в чем-то помочь, что-то сделать, он уйдет, он найдет способ, чтобы ей угодить. Он пожертвует всем чем угодно, лишь бы ей было хорошо. Лишь бы ее чаша была наполнена. Не знаю уж, что там за зависимость, какая у них там связь между собой, но он как будто бы по горло от нее зависит. И она этим прекрасно пользуется. Давайте еще, что у него там на сердце, что он скрывает от вас. Он скрывает, что он мечтает о вас. Он не хочет вам показать, что он человек вас любит. Да, в чувствах он только самому себе признается к вам, но демонстрировать он никогда не будет. Человек, скорее всего, спокойный, может быть, немножко замкнутый, да, склонен уходить в себя, такой интроверт. И он не многословен обычно, он не демонстрирует свои эмоции,
он не склонен признаваться в любви, там он не говорит красивых слов, то здесь человек держит в себе вот эти чувства к вам. Но эмоции к вам самые светлые, самые замечательные. Желание к вам приехать, к вам, не знаю, как-то дозвониться, дописаться до вас. Очень большое желание, но связан по рукам и ногам. Сейчас есть какие-то обстоятельства, которые ему не дают это сделать. В этих обстоятельствах он вам тоже не признается. Там деньги, там сплошные деньги идут, одни пентакли. И мечевая карта, пятерочка. Какие-то проблемы, денежная дестабилизация, денежная. Никогда он вам не расскажет об этом. Что там на сердце? У него еще защитить какие-то позиции хочет человек. Вот сам император выходит у нас, и он сделать хочет какой-то жизненный поворот, какой-то рывок вперед для того, чтобы защитить какие-то свои позиции. Но будет все-таки пытаться что-то защищать. Пытаться будет, но что-то как-то не очень у него будет это получаться. Захочет человек докопаться до правды, до истины. Но пока я не могу сказать, что он докопается. Тут все-таки должно пройти время. Должно пройти время, он должен пройти какую-то ситуацию и понять вообще, что ему дальше делать, как ему жить. Потому что у него есть большая зависимость от женщины. С этой женщиной его связывает материальная история. Он понимает, что он жертва обмана. Здесь мужчина четко осознает, что им манипулируют. Вот сейчас, на данный момент, он уже осознает, что манипулируют карты. Какие, видите, дьявол, десятка мечей и карта правосудия, да? Манипулирует человеком, и он это прекрасно понимает. Хочет найти истину. Ну, я что-то не вижу, чтобы он ее нашел. Но все-таки в конце концов найдет, докопается до правды, выйдет на свет, да, на женщину, на это он посмотрит несколько с другой стороны, скажем так. Перезагрузка будет в его жизни. И он как на какую-то женщину посмотрит совершенно с другой стороны, как-то с другой позиции. Откроется ее лицо. Королева Пентаклей. Женщина, владеющая деньгами, бизнесом, финансовыми документами. Вот эта женщина. Откроется ее лицо истинное. Он узнает, что она создала ему какую-то подвешенную ситуацию. Какие-то проблемы она создала. Вот это прояснит он. И, кстати говоря, у него сейчас уже есть мысли о том, что вот он обманут, что именно эта женщина принесла ему неприятности. Думает он об этом, он это понимает, он осознает уже этот факт. То есть он уже его принимает. Раньше он мог не принимать. Ему могли многие там со стороны говорить о том, что тебе нужно уходить от этой женщины, тебе не нужно с ней быть, она тебе не нужна. Но он не слушал эти разговоры. Он не принимал категорически то, что вот ему говорили, да, пытались люди открыть глаза, он этого слышать не хотел. Но сейчас он поймет, понимает, он осознает, он приходит к пониманию, может быть, еще пока на пути к пониманию того, что эта женщина действительно, ну, может быть, опасна в некоторых случаях, потому что она людей держит в зависимости. Если она на кого-то положила глаз, она этого человека возьмет в свои, значит, ежовые рукавицы, и выбраться оттуда будет непросто. Она любит держать людей в зависимости. Ну, такой человек, такая женщина. Властная, авторитарная, жесткая. Если она работает в сфере финансов, в сфере бизнеса, да, здесь, скорее всего, так и есть, то тут ничего удивительного в этом нет. Там просто работа требует от нее вот этой жесткости, проявление вот этого, вот этой авторитарности по отношению. Да, и она должна мужиком там быть, потому что жизнь у нее такая была. И работа такая. Ну, еще что у него там на сердце у нашего мужчины?
при воспоминаниях о какой-то женщине, от которой когда-то был добровольный отказ, у него, конечно, тепло на душе становится. Да? Тепло на душе, ему хорошо. Вот какая-то женщина есть, о которой он вспоминает с теплом, с радостью. Да? И, ну, водный король. С которой точка была поставлена когда-то. Карта смерти. С которой вот он когда-то по своей слабости, по недоразумению поставил точку. Вот необдуманный шаг сделал. Он понимает, что необдуманный шаг. Но как теперь быть, он, конечно... Как быть, он не знает. У него глаза завязаны. Почему бездействуешь? Почему все-таки бездействуешь? Потому что в союзе с кем-то, потому что есть обязательства, потому что не раскрыт какой-то обман, либо с его стороны по отношению к этой женщине, о которой он думает, мечтает, был какой-то обман, очень некрасивое поведение. Где-то какие-то вот сказанные слова неправильные, действия с его стороны некрасивые. Вот некрасивый поступок, он... Его это останавливает. Он понимает, что он поступил как-то нелицеприятно в прошлом. И он втайне об этом думает. Это втайне ест его. Это съедает его просто, понимаете? Вот он сожалеет о каких-то своих действиях. Мужчина повел себя здесь не очень-то порядочно, я бы так сказала. Он понимает, что он принес вам в жизни много проблем. Ну, той женщине, да, о которой он думает. Я не знаю, вы это или не вы. Много проблем принес. Ну. Ему и самому тяжело. То есть ему тоже не сладко живется. Он одинок. Неважно, в отношениях человек сейчас или нет. Он глубоко одинок. Он хочет любви, хочет чувств. Но у него в жизни сегодня только деньги, работа, карьера. И все, в зависимости от той женщины. Движение вперед хочет какое-то сделать. Движение вперед. У него большое желание бросить вот это все, что у него сейчас в жизни есть. Вот оставить эту ситуацию и просто уйти. Он желает выйти из какой-то команды. Команда людей, единомышленников, родственников. Вот как будто выйти из-под контроля этих людей желает. И отправиться в свой личный путь. Там, где свои личные желания, там, где свои личные планы, старший аркан звезды. Там, где вот все будет так, как он сам хочет. Ну, смотрите, по тузу все-таки мечей он может сделать такой шаг. Вполне себе. Вполне себе сделает шаг. Ну да, вы видите, что он посомневается, он как-то вот посидит, повспоминает, он, значит, покопается там вот в этом обмане, который там от женщины, значит, идет, он поймет, что от нее ничего хорошего ждать все-таки не приходится. И он, да, тяжело ему будет, какой-то отрыв будет у него, уход, выход из команды. Выход из круга каких-то людей, тяжелый выход, непростой. Он как в одиночестве останется, он должен будет сам пытаться жить, да, пробиваться как-то сам будет. Но он поймет, что это его правильное решение. Он придет к выводу, что это нужно будет сделать, что ему нужно оторваться. Вот от какого-то стада, я не побоюсь этого слова, люди, которые просто вот его зажали в какое-то кольцо. Вот своими условиями, требованиями, какой-то моделью поведения, которая принята. Но он из этого круга выходит, но он хочет это сделать дипломатично, он не хочет конфликтов. Так что вот так этот мужчина желает выйти. Ему тяжело, он, конечно, такой человек, я бы сказала,
тонкой душевной организации. Здесь мужчина, ну, такой человек, переживает. Он достаточно серьезно о том, что что-то когда-то было сделано им в сторону женщины, да, давайте так говорить, я не знаю, вы или не вы, да, та, о ком он вспоминает. Но в сторону женщины были сделаны неверные какие-то шаги. Нечестные, может быть, была какая-то неискренность. И он сожалеет об этом, он сам себя ест. Женщина давлеет над ним, держит его на крючке. Есть какие-то люди еще влияют на его жизнь, но он собирается сделать шаг вперед. Да, его не пугает то, что он останется один. Этот момент его не пугает, в общем-то. Ну, вот такой расклад. Спасибо за внимание. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Что-то мне хочется еще разложить. Сейчас спросить один момент. Ну да, он сделает шаг. Он спланирует, дайте ему время, он должен разрушить какие-то стереотипы, он должен сделать прорыв вперед, он должен разорвать какие-то цепи, которые его сдерживают. Он сделает движение вперед, старший аркан и колесница. Вот такой бонус для вас. На этом все, я прощаюсь с вами совсем ненадолго.